Островная Испания. Острова Испании открывают еще большее количество возможностей для прекрасного отдыха. Любителям совместить пляжный и активный отдых можно поехать на Майорку. Это один из самых красивых островов Балеарского архипелага, расположенного в самом сердце Средиземного моря. Множество пляжей, бесконечное количество экскурсий и интересных прогулок по живописным местам, посещение сафари-парка Са-Сома – это далеко не все развлечения, которые можно найти на этом острове. Тенерифе. Тенерифе – самый большой остров на Канарах. В переводе с языка гуанчи название острова обозначает «Белая гора». Сердцем острова и самой высокой вершиной Испании является Пико дель Тейде – 3718-метровый вулкан. Остров открывается разнообразными ландшафтами, изменяющими свой облик в зависимости от времени года. Гран-Канария. Гран-Канария – еще один остров, популярный у туристов. С этим островом связана одна из самых красивых легенд. Считается, что именно здесь поселились обитатели затонувшей Атлантиды, выжившие после гибели этой легендарной земли. Самым необычным местом в Испании является остров Лансароте, страна вулканов, больше известная как Исла дель Фуэго или Огненный остров. Такое название Лансароте получил не случайно. Его территория составляет 795 квадратных метров, на которых расположилось почти 300 вулканов. Практически вся поверхность острова представляет собой безжизненную пустыню, покрытую застывшей лавой черного, пурпурного, розового и охристого тонов. Растительности на этом острове практически нет, но это не мешает ему оставаться самым красивым и живописным местом Канарского архипелага. Посетив все вышеуказанные курорты, вы почувствуете, что отдых в Испании – это настоящий праздник, каждая секунда которого остается в памяти фрагментами невероятного счастья, веселья и восторга.